Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня новость. Я расстаюсь с картиной, которая написана была вот совсем недавно по методу, экспресс-методу. Быстро, легко, с настроением. Она такая вот романтическая, наполнена настроением таким морским, летним. Здесь вот ветерок такой вот гуляет. И мужчина подошел, это была любовь, я понимаю, с первого взгляда. Молодой мужчина подошел где-то недельку назад и поинтересовался ценой. Я сказала цену, ему назвала очень такую добрую, ласковую, демократичную, так сказать. Потому что я увидела, как мужчина с какой-то теплотой, нежностью смотрел, и такой вот каким-то открытием внутренним смотрел на эту работу. И я не удивилась тому, что сегодня он пришел и говорит: а где это море, где этот пейзаж? А сегодня ветер был, и я не выставила ее на вернисаж уличном под открытым небом. Я на уличном вернисаже была другая, были другие картины. А это была в тишине галереи «Ларус». И вот он пришел, и я говорю: а вот эта картина, я же помню, как вы влюбились в нее. Кстати, сегодня я тоже предлагала, говорю: а может это? Он говорит: нет, нет, только эту я беру. Берет он ее на подарок, вот, и сейчас я вот буду заворачивать ее, упаковывать в картон, вот, и расстаюсь со своей работой, расстаюсь с таким... с пожеланиями, чтобы картина долго жила, приносила радость своим новым обладателям, поскольку это тоже как бы и в ней, в этой картине, в этой работе частичка моей души. Да. Вот. И он сейчас заберет ее, и картина уплывает в другую жизнь. На этом все. Пока. Заходите ко мне в Ларус мастерскую. Я тут выставляю свои работы по воскресеньям и в будний день. И люди, которые уже знают меня, они приходят и приобретают картины. На этом пока. Заходите ко мне в YouTube на канале. Вот, и подписывайтесь. Я буду очень рада вашей новой, ну, вашей подписке. И, ну, а комментариям тем более буду рада. На этом пока. С вами была художница Лариса Изюм.